Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы всадники Олуха. 37,5 миллионов рыбы я забрал. Это у нас за пятый день. Так, беззубик. Что принес? Тусклый янтарь, что он еще может нам принести? Бухторез, давай лети. Лети и бухти, как бухторез. Так, здесь мы забираем древесину. О, отлично. 125 железа он мне принес. Это очень хорошо. Что в колодце? Тоже тусклый янтарь. Как он меня, ребята, раздражает. Этот тусклый янтарь уже достал просто в корень. Куда ни залезь, везде тусклый янтарь. Даже здесь будет тусклый янтарь, блин. Видишь? Раздражает. Как будто ничего больше нету. Интересно, как собирать этот никчемный тусклый янтарь. Давай вот мне... Вот. Дай, пожалуйста, мне 300 руды. Да ладно, серьезно, что ли? Вот! Вот! Вот, спасибо огромное. Фью, 1183. Нормально. Неожиданно, честно сказать, для меня неожиданно. Я думал, сейчас как-нибудь брехню опять даст. А тут, смотри-ка. Все в тему. Ну, зато дальше. Дальше идет, естественно, тусклый янтарь. Иди он... Поиграй там с кем-нибудь. Так, ну что, тусклый янтарь опять же, да? Ну, тут... Либо яйцо, либо тусклый янтарь. Так. Понятно все. Ну, давай, забрали и полетели. Полетели в приключения. Все равно другого тебе доверить ничего нельзя. Так, если у нас столько... Можно улучшить? Можно, да? Подожди. Нельзя. Сейчас я нажму, посмотрим там, что у нас. Можно, что нельзя. Так, не двигаться. Бесплатно. Модификрылочка, лети. Так, а я гляну. Так, у нас еще... Еще 5 домиков, ребята, должно быть улучшено. Вот он, наверное, один из них. Вот они были такие, стали... Почему они похожи на улей? Знаешь, вот как улей, соты. То же самое. Так, здесь у нас... Замечательно. Так, рыбка. Здесь у нас тоже рыба. Так, здесь, понятно, древесина. Вперед из песней. А, древесина у нас полностью забита, получается, да? Тогда давай отправлять. Вот ты полетишь у меня, опять же, добывать руду. Давай вперед. Так, ну что, этим мы задачи нарезали. Этот у меня какого там уровня? 69-го. Давай мы прокачаем, наверное, 71 уровень. Пускай летит, тренируется. Хвостояр. Тыквиброн. А тыквиброна я могу отправить? Нет, не могу. Не могу, потому что мне не хватает дерева. А есть желающие, которые поделятся? Нету? Построить что? Подожди, я не понял. 2000 рун? Разблокируйте эту территорию, чтобы разместить... А, мы только мост построим, а потом еще здесь расширять. Да. Скупердяи это еще те. По-другому их не назвать. Так, 72 уровень. Здесь 93. 60. Пускай
идет, тренируется. Ты у меня что там, спец по рыбе? Пускай рыба идет. Инферн. Иди тренируйся. Пускай идет, уже потренируется. Допустим. Здесь вроде бы как все. Теперь, само собой, открываем пак бесплатный. Тут монетки. Шторморез, громель, древоруб. И ресурсики немножко. Так, это мы закрываем. Теперь давай наших драконов посмотрим. Сломанный меч. Если честно, я, ребят, вот я собираю вот эти сломанный меч. Вот это все. Нафига оно мне нужно? Вот объясни. Вот этот листочек. Я еще ни разу не видел, чтобы они нужны были куда-то. Вот эти сломанные мечи, листочки, поганки и тому подобное. Нафига они нужны? Вот объясни мне. Для чего? Чего вот эти куколки? Я не понимаю. Давай свой тусклый янтарь. Точнее, блестящий. Так, у меня, наверное, хватит. Нет. Я думал, что мы с собой достаточно нашли. Но на самом деле нифига. Так, у нас начался новый сезон. Так, 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 так. Давай, давай, забирай. Что там в наградах? Ага. 60 железа. 60 железа, спасибо. Так, а где у нас там любовное письмо? Вот оно. Так, новости. Давай посмотрим. Так, ребята. Злобные вандалы будет доступно завтра. А сегодня у нас ничего нету. Но у меня есть, ребята, задание набить сегодня паки. Да-да, именно паки. Они мне нужны. Потому что нам открывать нечего. Да и к тому же пак вождя, поверь мне, тоже не будет лишним. Так, я не понял, здесь будет ветрокрыл? Твою дивизию. Ненавижу, ребята, когда ветрокрыл находится во вражеской команде. Ай, это же не мой бар. Я думал, мой барсик. Так, получается. Ну, этого мы добьем. Но барсика мы тоже потеряем. Я знаешь, что я тебе скажу? Что дело дрянь. Причем дело полная дрянь. Уничтожат. Уничтожат они мне барсика. Ну что, давай сделаем вот так вот. Пускай он там помогает нам. А мы в этот момент будем... Давай заморозку сделай. Ай, шикарно, ребят, шикарно. Ну что, мы, наверное, так сделаем. Великолепно. Так, друзья, у нас очередной поединок следующий, да, идет. И такая вот команда. Ненавижу сардельку. Очень больно бьет. Особенно если еще и броня будет понижена у нас, то все. Караул. Но Криета до Гура надо будет все-таки быстрее вальнуть. Смотри, сейчас будет бомбить. Именно сюда. Ну, конечно же. Куда он еще будет бомбить? Ему больше некуда. Конечно же, моего штормореза. Ты посмотри, а. Давай так сделаем, наверное. Ну, в принципе, этот парень уже не жилец. Великолепно.
Ну что, сарделечка, вот и настала твоя пора. Нам главное успеть, ребята, до того. Давай, наверное, понижение брони ему сделаем. До ничьей. Да как ты бьешь-то слабо, ну господи. Все, друзья, великолепно. А это у нас уже третий поединок, после которого мы получим пак вождя. Опять сарделька здесь. Ну что, делаем барсику понижение. Блин, они сейчас вдвоем тут сходят. Да, я, по-моему, барсика я уже потерял. А, нет. Этот поменял, как говорится, цель. Так, добиваем барсика вражеского и... Ладно, сделаем так. Пока барсик... А, нет, смотри-ка. Он переключился. Пошел на шармореза. Так, уничтожаем. Ну вот, сарделька остался один. Мне не нравится, сколько он мне оставил хп. Хиляемся, да? Хиляемся. Дальше у нас кривоклык. Ну, по кругу, короче, пошло. Раз. Раз-два. И прожигающий. До свидания. Ну что, друзья мои, как вы видите, выпало нам три обычных пака. Один из них мы открываем и забираем пак вождя. Выпадает нам Громель, Древоруб, Шторморез, Крылатый Ужас, Костолом Дикарь, Сарделька. На самом деле, мне бы лучше, конечно, чтобы вместо сардельки выпал нам барсик. Почему? Потому что не хватает буквально одной карточки, ребят. Одной карточки, чтобы я смог его прапать. Что, вы меня всего лишили, да? И уже даже музыки, и вообще всего. Ладно, жуки навозные, будем атаковать вас. Так, скалотряс психует. Жестко, да? Сразу. Почти, ребят, половину хп отнял. Даже, я тебе скажу, больше, по-моему, сейчас они его уничтожат. Офигеть. А этот еще сейчас... Да хорош! Ну и чего? Они мне сейчас завалят. У него пониженная броня. Сейчас они завалят. Да? Сейчас пережует. Что можно сделать? Можно сделать вот так, друзья. И надеяться на то, что он будет кубарь сейчас делать. Хоть бы он сделал, а? Фиг там, не кубарь он делает. Ну, сделает и суперудар-то, ну. Лютует. Все, ребят. Меня сейчас... Вот ты смотри, какой гад, а? Ты посмотри, какой гаденыш. Когда он был под это, он не стал делать, а? Под слепотой он не стал делать, вот когда был мной ослеплен. Как только у него спало, он сразу же начал меня атаковать. Засранец несчастный, а. Так, ладно, давай сюда. Сейчас они тут вдвоем разгуляются. Минус 2 энергии, зашибись. А у меня были планы немножко другие. Когда вот такой звук, типа, знаешь, как металла, дзынь, это означает, что он отнял энергию. Он опять две, видишь, опять две сжег энергии. Ты... Доставучий какой. Давай так, наверное, сделаем. Сюда. Вот я не знаю, что делать. Ну, хиляться уже поздно, все, ребят. Хиляться уже поздняк. Давай сделаем так. В слепоту. Так, он будет сейчас что-нибудь применять. Он сжигает две энергии. Причем постоянно их сжигает.
Все, по-моему, сейчас еще заморозку сделают нам. О-хо-хо-хо-хо. Ядрен матрен, а. Как он достал, а? Он лупит. Давай, короче, так сделаем. Сейчас опять заморозка. Твою налево, а. Ты посмотри на него, а. Здесь себе-то он промахнулся. Слушай, ну может быть это и хорошо, что он промахнулся. Этот спит у меня, Соня. Мне срочно... Вот он очнулся. Сейчас мы его берем в слепоту. В обязательном порядке. И после этого уже начинаем, ребята, вешать на него вот эти все дебафы, то есть понижение брони и прочее-прочее. Я ему не дам выйти на ничью. Хотя он, наверное, не выйдет. До свидания. Ну-ка посмотрим. Так, душителя вижу. Это что такое? Это что такое, ребят? Нормально. Глюканула игра. Нас же здесь что-то показывалось, я не помню, что. Так, ладно, самое главное, что я вижу, процесс. Ничего, как говорится, не перекрывает. Все нормально. Так, давай-ка понижение брони. О, разбег будет, да? И куда он лупанет? Зашибись, лупанул. Просто с лица земли сдул. Это вообще плохо. Это плохо. Так, слепоту. Слепоту будем вешать на этого хламона. Поехали. Так, слепота. Барсик добивает этого шитика. Сейчас будет разбеги делать. Так, ничего у него не получилось. Погнали. Погнали наши вороных. Ну давай, что ты там сюсюкаешься? Нет, парень, давай вот без вот этих вот своих выкрутасов. Усиление атаки. Еще не хватало мне под усиленную атаку сделать его на ульту, чтобы меня тут сдуло просто ветром. Вот так-то будет лучше. Друзья, надеюсь, это будет последний у нас поединок на сегодня перед паком вождя. Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Ну, душитель сразу же, ребята, вот он делает свою эту тут пакость. Достаточно ему две энергии, чтобы понизить мне броню. Давай так сделаем. Заодно и хильнулись. Ага. Промахнулся. Добиваем. Ну что, я, наверное, сюда пойду атаковать. Не хотелось бы попасть под его ульту массовую. Все равно попали. Офигеть, вжарил. Просто до одури. Посмотри, сколько он натянул здоровья, а. Он очень много отнял здоровья. Кого-нибудь уничтожит, да? Ёк-макарёк. Ладно, главное, победили. Ну что, ребята, вот он наш второй пак вождя. Посмотрим, что он здесь выпадет. Шторморез, шепот смерти, кошмарный пристиголов, древоруб, рыцарь смерти, алая плеть. Ее! Барс и вепрь. Ну, наконец-то, друзья, наконец-то, где он? Вот он, улучшаем. Наконец-то он у нас получает, ребят, 17 разряд. Самый слабенький у нас был. Самый-самый слабенький. Теперь, ну, чуть-чуть подрос. Все равно, конечно, самый слабенький, но уже покрепче он стал. Так, здесь, опа, забираем. И у нас 3 награды. Так, 30 рун. Двойная радуга. Двойная радуга. Действительно двойная радуга. А можно ее куда-то... Вот сюда... Вот...
Что ж она так много места-то занимает? Вот сюда я, наверное, поставлю ее. Двойная радуга, прикольно. Так, и последнее, что у нас там? А, вымпелы весенние, 500 штук. Итого у нас 535. А что на рынке? Модификрыл, подожди, премиум. Премиум, а у меня какая? А, ребят, модификрылка у нас есть. Хи! Так что даже переживать не буду. Че, у меня всего 29 янтаря? Зашибись. Столько играем, всего лишь 29 блестящего янтаря. Да. Так, ну что у нас? По рыбе и по древесине полный отстой. Как ты видишь. Поэтому я могу спокойненько отправлять. Буйволорда хотелось бы прокачать. Пускай летит за рыбой тогда. Ну что, по-моему, все, друзья мои. А на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!